Новый выводок самой знаменитой тигрицы зафиксировали в Приморье. Новых для науки детенышей известной на весь мир самки амурского тигра под номером Т-41Ф запечатлела фотоловушка дирекции заповедников «Земля леопарда». На уникальных кадрах впервые запечатлен переход по бревну через замерзшую реку двух 10-месячных котят амурского тигра. Один из отпрысков предпочел воздушной переправе твердую землю, а второй преодолел непростой путь по стволу до конца. После тигриная семья поспешила удалиться из кадра. Знаменитая мама Т-41Ф стала известнейшей среди амурских тигров благодаря именитому фотографу-анималисту Сергею Горшкову. Фотография этой большой кошки из национального парка оказалась лучшей в самом престижном фотоконкурсе «Дикой природы».